чё, красавец, как настроение, а? Отлично. Хорошо мы с тобой путешествуем? Есть, прошел, смотри. Юля, я тебя сколько раз просил, на трассе меня не отвлекать. Пап, ну я прошел все уровни, все трассы, смотри. Я понимаю, но это настоящая машина, настоящая трасса, мало ли что может случиться. Понял меня? Есть, товарищ капитан, разрешите начать призовую игру? Разрешаю, товарищ Шумахер. Вы же прекрасно понимаете, что масштабы реконструкции позволят, ну, как минимум вдвое увеличить ликвидность объекта. Нет, аэродром я продаю, но торговаться я не собираюсь. Ну, Марк Борисович, в таком случае мне придется не лишить себя удовольствия пообщаться с вашими конкурентами. Да, Михаил Петрович звонил. И звонит мне, между прочим, с регулярным постоянством. Ну, вам виднее, паршивец он или нет. Марк Борисович, я, к сожалению, не могу больше с вами разговаривать. Всего вам доброго, счастливых. Мы же с тобой все распланировали. До твоего отпуска 8 дней осталось. Нет, даже уже 7. Всего неделю какую-то подождать. Юрка, знаешь, что я тебе скажу? В жизни самое главное – это мама. Понимаешь? Угу. Ну что, маршрут составил? Угу. Даже 2. Теперь выбрать не могу. Надо будет в интернете посмотреть. Что другие водители про дорожное покрытие пишут, чтобы не прыгать по ямам. Карту откроем, посмотрим тоже. Или в навигаторе, чтобы наглядно. Угу. Ну что, Шумахер, наелся? Ага. Ну-ка. Отлично. Девушка, можно вас? Пожалуйста. Девушка, у меня к вам огромная просьба. Скажите, у вас есть пустые бутылки? Из-под лимонада, из-под воды? В смысле? Не в том смысле, в котором мы подумали. Вы не могли бы нам бутылочек 5 набрать водой? И дать нам с собой. Просто водой. А, ну это водобраз.
Давай, давай, давай же, давай. Давай, давай, давай. Черт, а? Линия занята. Линия занята. Еще разочек. Hello, hello, hello. I can talk Irina. Да, это Владимир. Ex-husband. It's important. It's very important. Really? It's very important. I know in Boston night. I know. Послушай, я прошу тебя, разбуди Ирину. Да прошу тебя. Андреевна, вы как тут? Уснул? Да, только что. А, намаялась. А ты лучше выгляни. Гроза собралась какая. Водить ее сон и не шел. Может. Закрывай все окна. Сейчас шквал пойдет, и все рамы ходуном ходить будут. Конечно, присмотрим. Присмотрим, присмотрим. Прошу тебя, не затягивай. Приезжай как можно быстрее. Нет, да не надо ему сейчас ничего. Ничего не надо. Пойми, ему сейчас только мама будет нужна. Только мама. Ничего, Юрок. Все будет нормально. Нормально. Не стучать, висков не ломать, рабу Божьему не страдать. Озеро. Из воды вышел, вода и полечит. А! Леша, Лешек, просыпайся, просыпайся, Соня. Просыпайся, Вовка к тебе приехал. Как Вовка? За воротами стоит. Ничего себе. Я долго спал. Могу только угадать. Я маленького Лёшку час укладывала, а заснули вы оба. Давай просыпайся, иди друга встречай. Слышь, как гремит сейчас, как ливанет. А я пойду Катюшку искать, боюсь, чтоб не промокла. Опять чудит? Чудит. А. Ух ты, 5 пропущенных. Соня. Володька,
Привет, Леш, привет. Здорово. Здорово, дорогой. Здравствуй, дорогой. Ну, как ты? Как дела? Знаешь, было бы все хорошо, ты бы меня еще долго в гости ждал. Что случилось? Не могу бросить, а? Слушай, приютишь моего пацана на неделю, а? Насколько нужно, настолько и приютим. Что случилось? А через пару дней Ирина приедет, заберет его. Хорошо? У нее что, и виза есть? Вот черт. Черт! Не спросил. А теперь я даже перезвонить не могу. Там баран этот тупой. Муж? Хазбен, Шон. Шон! Погоди, погоди, погоди. Слушай, у меня визитка есть. Держи. Это их домашний телефон. Узнаешь ее мобильный. Разница во времени 8 часов. Мне ехать пора. Я пошел. Стой! Так дела не делают. Ты мне парня привез его сюда. Сейчас Ирину вызвал. А я не стомлю духом, что происходит. Я тебе друг? Друг я тебе или нет? Вот как друг я имею право знать хотя бы два слова, что произошло. Имеешь. Имеешь. Я человека убил. Да. Как? Отвлекся на трассе. Я не видел его, слышишь, не видел. Ты уверен, что убил? Может, просто сбил? Проверял. Как ты проверял? Как тут проверишь? Как проверишь? Лежит, не дышит. На Юрку глянул, глаза во. Вот такая, брат, история. Катя! Катя! Добежала, две наволочки улетели. Да ладно, не последние. Петров, ты Катю не видела? Ну, после обеда была. А потом на конюшне пошла. Да нет ее в конюшне. А может, за мастерскими? Или на сеновале? Ох, не прикольно. Зря ты скоро не дождался, друг. И ДПС. Леш, ты же меня знаешь. Я за чужие спины прятаться не умею. Если бы я один, а тут Юрка. Его в приют, а меня в СИЗО, да? Пусть поживет у тебя недельку. Да, и вот еще. Ключи от квартиры. Мало ли что там, какая-то мелочь. Вещи понадобятся. Ира приедет. Ты помоги. Она женщина, волевая, энергичная, сильная. Она справится, справится. Справится. Что-то не помню я, чтобы она когда-нибудь справлялась с чем-нибудь. А у меня выхода другого нет. Сам-то что решил? Сдаваться. Вовк, может, завтра с утра? Я бы позвонил, кому смог. Вместе поехали бы. За такие дела вряд ли кто по звонку берется. Да и нам проще. Час-другой, я в розыске. А он у меня парень классный. Хулиган, правда. Ну, в общем, весь в меня. Юран, выходи. Ну, привет, Юра. Помнишь меня? Это дядя Леша. Крестный твой. Помнишь? Поживешь пока у него. Хорошо? А я ненадолго отлучусь. Это на сколько? Не могу точно сказать. Врать не буду. Ну что, боец? Признавайся, голоден? Нет, спасибо. Ну иди к воротам, тебя догоню. Спасибо тебе.
Может, надо было подальше от дороги отойти, а? Там вдруг кто увидел, опознает. Да хватит ныть. Ты вот рюкзак тянешь, тяни, опаснее разевай. Ой, Петя, скоро ливень. Надо бы крышу, а? Крышу? Ты за своей следи, а то совсем у тебя от страха съехала. Ничего не съехало. Петя, а может, насмерть, а? Тебе какое дело? Он под машину сам бросился. Пускай теперь с водилой и разбирается. Ага, так уж и сам. Ой, Петя. Катя, ты что пугаешь меня так, а? Ты что здесь делаешь? Ты простудиться решила? Да устала я уже бегать за тобой. Только делаю, что ищу тебя. Зову и бегаю, бегаю и зову. Малыша оставила на Карпыче. Ты почему телефон не берешь? Задевала куда-то. Надо будет поискать. Промокнет, наверное. Ну что ты, милая? Ну что опять? Свет, я сама не знаю. Ну что опять? Свет, я спать не могу. Кошмары снятся все время. Засыпаю страшно, просыпаюсь страшно. Ты только не злись, пожалуйста. Да на что же мне злиться? Свет, снится, что выжил он. Что он живой. И ты не выберусь никак. Топчусь на одном месте. И мысли в голове одни и те же, по кругу. Каждую минуту помню. Каждое слово. Все как вчера. Что он еще сказал? Может, он напился и придумал все это? Ты можешь просто ответить на мой вопрос? Он сказал, что если я не прилечу, Юру отдадут в приют. Потому что у мальчика нет больше близких родственников в России. А Владимир сдался властям, он сдался полиции. Понимаешь меня? А где сейчас находится этот ребенок? Юра – мой сын. Юра – мой ребенок. Ты отказалась от него, когда уезжала? У меня не было другого выбора. Либо ты, либо он. И ты выбрала меня. Мой Бог. Мой Бог. Какая я была дура. Или мои деньги, детка? Какие деньги, скажи мне? Вот какие? Где они? У меня нет своего счета. Где моя кредитка? Чего тебе не хватает? Ну чего, тебе только дай, и ты меня разоришь. Разве нет? Все русские не умеют считать деньги. Прекрати. Я не могу этого слушать, Шон. Твой бывший муж не смог решить свои проблемы. Он позвонил ночью в Бостон. Тупой русский. Я прав? Он сбил человека на дороге. Его посадят. И я смогу забрать сына в Америку. Потому что Владимир... лишиться опекунства. Ты понимаешь, что для меня это единственный шанс забрать ребенка. И я буду должен содержать твоего сына вместо наших детей, которых ты не хочешь родить? Твой бывший муж теперь преступник, и поэтому моя жизнь превратится в черт знает что. Просто дай мне денег на билет, пожалуйста. И твоя жизнь останется прежней. Я обещаю. Пожалуйста, мой милый. О, мой Бог. Что у ваших русских головах? Что? Ответь мне, пожалуйста. Как ты мне надоел! Что? Что ты сказала? Что ты сказала? О, мой Бог. Привет. Приветик. Родным позвонили? Ой, да некому звонить. Ни документов, ни мобильного. И на местного не похож. Утром дознаватели приедут. Просили вещи не трогать.
Понятное дело. Сдадим по описи. Сколько он на столе? 3 часа шьют. Пойду я. Алексей Сергеевич, а вы в курсе, что у мальчика нет пары запасных носков? У него нет даже зубной щетки. Вы меня простите, но это не собачка. Это ребенок. А вдруг у него аллергия? Вдруг ему из продуктов что-то нельзя? Что-то нельзя, сам скажет. Не 3 года. Заболеет, доктора вызовем. Понятно. Света в курсе? Это важно. Господи, Алексей Сергеевич, что вы говорите такое? Ну, не выставит же на его за ворота, в конце концов. Накормим, отмоем. Завтра вон поедем. Шмоток ему купим. Нет, я не сомневаюсь, что мы, знаете, и накормим, и отмоем. Это не проблема. Вы меня простите, но этот ваш Володя, он, по-моему, не совсем нормальный человек. Что здесь ненормального? Ну, как можно вот мальчика отдать совершенно чужим людям? Я не чужой ему. Я с пеленок его знаю. Слава богу, вместе учились и в школе, и в институте. Прошу прощения. Насколько я помню, он учился в Морякотке, а вы, насколько, опять-таки, помню, в строительном. В автодорожном я учился. В автодорожном. Я был свидетелем у него на свадьбе, Оля. И когда Юрку крестили, я тоже там был. Я его крестил, Оля. Все равно не понимаю. Ну, я не понимаю, как можно вот так вот взять, вот уехать непонятно куда, непонятно насколько, и вот так вот мальчика взять и вот. И что? Вы знаете, мне бабушка рассказывала, как в войну вот так вот втолкнул во двор, где люди живые есть. В том-то и дело, что люди. И у каждого своя война. Но это ее работа, собрать тебя в дорогу. Я привыкла обслуживать себя сама. Это не проблема. Нет, это проблема. Это твоя чертова проблема. Какое несчастье приехать из России и мыть в Бостоне посуду. Убирать и сидеть с немощными стариками. Ах, бедная Маша. Ты всегда ее жалела. Маша, 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 Маша. Не говори глупостей. Она из Минска. Это совсем другая страна. И поэтому вы ели блины с икрой и надевали на самовар мой сапог? Потому что Минск – другая страна? Как быстро ты пакуешь чемодан. Спешишь, наверное? Не забудь взять с собой шляпу. У тебя была шляпа. Такая, с широкими полями. Где шляпа? Ее унесло ветром на пляже. Ты что, забыл? Да, жаль. Ты выглядела настоящей леди. И это делало тебя счастливым? Я гордился тобой. Обладать красивой женщиной – половина успеха. А шляпа была не дешевая. Ты урод. Скряга. Что? Урод. Я же просил тебя не разговаривать со мной по-русски. Я не понимаю этот язык. Тебе не нужно знать, что я говорю. Снова по-русски? Я же просил. А что это здесь в пакетах? Это мое новое платье. Новое платье? Это мои деньги. Мои деньги. Сейчас я тебе все объясню, ты все поймешь. Мой русский разговорник. Я не урод. Я не урод. Твои новые платья? Что ты делаешь? Не выбрасывай, пожалуйста. Пожалуйста. Мне очень нравятся твои новые платья. С ума сошел, что ли? Ну, я тебя прошу, не выбрасывай. Я не урод. Свет, тут такое... Наши-то Лёша с Олей шумели больно. Ну, не подрались, я надеюсь? Ой, тебе все смешно. А ведь слов не выбирали, и чё сошли, с Бог их знает. Ладно, сейчас пойду послушаю, если что, помирю. Да тут еще Лёшка-то в погреб за вином спускался опять.
не спи, не бросай меня. Да, давай еще. Ой, я больше не могу. Но все хорошо. Но все системы работают нормально. А у нас запас провизии. А вот появление мальчика из 10 лет на зубной щетке — события, которые сравнимы, пожалуй, только с землетрясением. Нет. А я говорю, да, нет. Да. Или я что-то не понимаю, или щетки закончились. Нет, просто дети, они, особенно мальчики. Так, я к вам чаевничать, а вы-то что? Дегустацию мне устроили? Оль, давай, убери это. Оль, что? Что случилось? Просто я могла бы часть забот взять на себя. Не проблема. У меня кожа пацан растет. Ну, сейчас я... Ты про кого? Про Вич своего? Я мотаюсь в город каждый день, и у меня вообще ни на что времени не хватает, потому что я развожусь. Как разводишься? Вот так. Это что, все? Петь, на литру не хватит. Ты внимательно посмотрел, может, заначка какая есть. Ага. А что ж делать-то, Петя? Че, она в пролете, да? А? Одену я черную шляпу. Поеду я в город Анапу. Ты что, издеваешься, что ли? Я на море 10 лет не был. Уймись, тоска, окосеешь сейчас. На море. Ой. Размечтался. Ой. Утопнуть и здесь завсегда можно. Вон сколько озер кругом. Я не лучше топора плаваю. Скорониться нам надо. На время. Пока уляжется все. Слушай, Петруша, а как же с деньгами-то? Без денег-то ничего не жертвы. Да не ной ты, а, не ной! Достал! Завтра к Валькиному брату сходим. Может, чем разживемся. Ну да. Ну тогда хорошо. Хватит! Все! Так, это надо. Вот это с собой. Это пойдет. Угу. Так, это пойдет. Конечно, он выпивать стал давно. То генерал с проверкой, то осмотр строевой, то учение. Последний год просто. И в обед, и в ужин норма. И с тобой разберемся. Да нет, но это нормально. Когда человек с мозгами, нормально. А он со своей контузией, ему вообще нельзя пить. Приходил, буянил, посуду бил. Помнишь этот сервизик такой с нарциссами? Нету больше. Не реви. Ладно, все, чай пей давай. Сладенькое ешь. Да не кроши ты кекс.
Оль, не реви. Черт бы побрал этого Василия. Ребята, я просто хотела попроситься с сыном пожить какое-то время здесь, в усадьбе. Ой, Оль, да ради бога, Господи. Сколько всего мы вместе пережили. И развод переживем. Спасибо. Если чем помочь надо, говори. Спасибо. 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 Не надо. Да. О, Маша, лови вот это платье. Сейчас. Это не я надо, ловлю, вот это лови. Ловлю, Ирина Павловна. О-о-о-о. Выловила? Есть. Так. Вот дурачина-то. Мама моя родная. Одежи перевел сколько. Ну ничего, Ирина Павловна, мы ее быстро в порядок приведем. Не впервые нам. Ой. Сильно кричал ты, Ирина Павловна. Да нет, он говорил, что все русские сумасшедшие. Ага, они-то будут здоровее нашего, как же. Повидала я и не бележачего. Так, держите. Нормально. На каждую душу по два доктора с диваном. Ой, ну совсем беда, Ирина Павловна. О, вы чего тут устроились, а? Лёш, я с тобой говорю. А там вон Карпыч у нас в спальне спит. О. Куда нам было еще деваться? Ну да. Места у нас мало. Деться нам некуда. Ты мне не дури, Лёш. Ты где добавить успел? Бестолочь. Сама ты бестолочь, Светка. Мы вот тут голодаем, а нас никто не кормит. Мы плачем, нас никто не слышит, потому что один вон глухая тетеря, а другая вообще непонятно где. Нас мама-то бросила, понимаешь? Мама где-то бродит постоянно. А где мама бродит, интересно? А мама бродит там, где папа перебрал. Лёш, что ты как маленький, давай поднимемся, большие дела. Пусть спит человек, раз заснул. Дай мне ребенка. Звезды. Ходит за окошком, светит ласково луна, во дворе зевает кошка. Мышек стережет она. Я-то знаю, мышки в норке. Видит уже пятый сон. Жалко кошку на задворках. Видно, занят кошкин дом. Я ворочаюсь из кроватки. Выпил кружку молока. Мучает меня загадка. Кошка почему одна? Ну, чё замолчала кошка? Ну что, Лёшенька, что-то не так? Светка, ну все как-то не так. Ну все как карусель какая-то, ну. Вроде мы вперед движемся, а все по кругу и все друг за другом. Я никак не могу поймать тебя, понимаешь? И кругом все эти люди, и все говорят. Чего они все говорят? Что за люди вокруг? Чужих здесь нет, все свои. Да я устал ото всех, от своих, от чужих, понимаешь? Мне ты нужна, а тебя у меня нет. Свет, ну поработай ты мамой, а? А то я вон в спальник ребенка, а там Карпыч спит. Это нормально? Может быть, и ты папой поработаешь? Хоть изредка. А то я тебе завтра утром могу рассказать, как должно быть и как у нас. Ты, Лешенька, знаешь, твой телефон... Алло. А, привет, Ир. Ну, еще не знаю пока ничего конкретного. Ты забыла, в какой стране мы живем? Это же не Штаты, милая. Ты какой залог? О чем ты говоришь? И подписку он не выйдет. Ну, прилетишь, выспишься, и будем разбираться, что к чему. Ну, помогу, конечно, Ирочка. Или это, небось, ты последнее взяла? Да не проблема, я плачу все, конечно. Господи, да все устроит, я тебе уверяю.
Я обещаю, но только не плачь. Встреча обязательно. Обязательно, да. Все-все, да. Жду звонка. Пока. Ну что, мы гостей теперь ждем, я правильно поняла? Вовка влетел, видимо, конкретно. Раз Ирку вызвал. А где он сейчас? В КПЗ, наверное. Боже мой, Леш, так надо, может быть, подъехать туда? А где именно? Свет, давай уже спать, а? Много вопросов слишком. Давай, укладывайся. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Шли бы вы в актрисы, Ирина Павловна. Да я серьезно говорю, драматические. Вы когда с тем мужиком по телефону говорили, я чуть не зарыдала. Что, правда, что ли? Да не то слово, прям так жалко вас стало. Правдоподобно, да? Угу. Ну, давай выпьем. Бум! Знаешь, меня в школе все называли актрисой. Я могу заплакать вот в любой момент, веришь? Вот смотри, сейчас я не плачу, да? Угу. Сейчас только момент настроиться. Бедный мужик тут, а? Он женат, Ирина Павловна. Видишь, видишь, да? Ну что вы, что вы, что вы? Ну что такое, Ирина Павловна? Ну ведь скоро вам домой, совсем скоро. Машка, Машка, Машка. Там ваш малец вырос уж поди совсем. Вместе вам легче будет, я точно знаю. Ой, Машка, не простит он меня. Да что же вы такое говорите, да Ирина Павловна? Да кто же вам такое сказал-то? Кто вас надоумил-то, милая моя? Да права у него нет сыновья, мамку родную обижать. Все будет хорошо. Обязательно. Ну. Мама, что я наделала? Выпейте сачку, Ирина Павловна. Давайте. Ну, давай. Ну. О. Ма, что я натворила? Что теперь будет, Машечка? А что будет, Ирина Павловна? Ничего уже не будет. Ни Америки, ни мистера Шона. Через полчаса такси приедет, я вас посажу с комфортом, поедете в аэропорт. Я боюсь летать. И прощай, граждане иноземцы. Здравствуй, Родина. Ну, где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди прямо у реки. Усадьба ваша. А вы здесь устроились.
Вы же Светлана Андреевна? Да, я. Будем знакомы. А я Юра. Юрий Владимирович Матвеев. Ух ты, как солидно. А ты завтракал, Юрий Владимирович? Приглашаете? Ну-ка, держи. С удовольствием. А дядя Лёша с нами будет? Если только он проснулся, твой дядя Лёша. Вы не огорчайтесь, Светлана Андреевна. У дяди Лёши выбора не было, брать меня или нет. Да и у папы тоже. Ты на завтрак что любишь есть, Юрий Владимирович? А вы, случайно, не на диете? Я? Да нет, а что, мне надо, да? Да нет. Значит, кормить будете нормально. Мы же не в ресторане, чтобы заказы делать. Ну, ты и выдал. Папа сказал, носом не крутить, воду не варить. Ну, правильно твой папа сказал. Ну, пошли. Может, постучать, а? Да сейчас сам выйдет, увидит. Че, камеры, что ли? А где? А тут их как грибов понатыкано. Ну чего тебе, Петь, надо? Я ж тебя просил, и Валька просила, чтобы на работу не приходил ко мне. А ты чё, не соскучился по мне, что ли? А чё мне по тебе скучать-то, а? Ты давай говори, чё надо. У меня работы полно. Работа не волк, лес не убежит. Ага. И вместо бабы не постелят. Всё понятно с вами. Погоди ты, угомонись. Чего надо, спрашиваю? Участковый не появлялся. Понятно. В общем, ты опять за старое. Ты беса не гони, чувак. Я тебя конкретно спрашиваю. Ментов не было? Не было никого. А чужие? Ну, не из наших кто. У меня хозяйка с детем малым дома сидит. И управдомша сказала, чтобы близко к воротам никого не подпускать. Че, они тебе мормоны, что ли? А мне хоть староверы. Мне оно без разницы. У меня работа, главное, есть, и все. Сейчас такую не найти. Че надо, ну? Да мне много чего надо. Ты пока стольник гони, на похмелку. Ага. У меня нету, зарплату на карточку переводят. А ты у этих займи. Или у них все бумажки не меньше тысячи, а? Все, бывайте, мужики. Вот мама и уехала, а мы с папой остались здесь. Папу, понятно, не выпустили. Он ведь мореходку заканчивал и тогда еще служил. Я вот теперь думаю, мама об этом знала. Нет, это не надо бояться. Когда начала собираться ехать. Ну, что его не выпустят. Ты знаешь, вот так не надо про родительницу. Ну, может, ты не все знаешь. Может, у них не складывалось там давно. Может. Но я уже 6-й год тут с папой, а мама в Америке. Ну, ты дома и с папой. Я вот тоже с братом выросла, и ничего. И ничего хорошего. Ой, обе хороши. Вот и папе, знаете, как со мной. Подружки у него постоянно нету. Откуда же ей взяться? Все каникулы, все выходные со мной проводит. Пришлось на гражданку перейти, чтобы за мной присматривать. А погоны снять не раз, плюнуть. Юра, а ты у мамы был хоть раз? В Бостоне? Был. Ерундова там, Светлана Андреевна. Хоть и красиво, но этот ее... Муж? Адвокат. Живет она с ним. Ну, какой-то он журнальный. Глянцевый? Точно. Шон-пижон. Улыбка и все. Да и не нужен я ей там. Она все время говорила, что сын – это радость для папы. А себе надо дочку иметь.
У вас там мужской клуб, мальчики. Не поняла. Что за клуб? По интересам, бабуль. Картишки, охота, рыбалка. Винишко. Мой папа не пьет совсем. Молодец твой папа. Слушай, а хочешь покататься? Я лошадку выбрать помогу. А можно? А мы сейчас у Карпыча спросим. Я думаю, разрешит. Пошли? Угу. Спасибо. На здоровье. Лёшка что-то начудил? Ой, не говори, что в 15 лет. Здравия желаю, Степан. Здрасте, здрасте. Но? Ну? И кто здесь был? А кто, Ольга Михайловна, когда? Минут 10-15 назад. А... Судя по следам, двое мужиков. Нет? А где? Степан, это булыжник, ты меня поражаешь. Встретила по дороге их. Ну, давай, по виду местные. Шатались. То ли с пьяной, то ли, я не знаю, с похмелюги. Не видят, скажешь. Ну, мимо проходили, Ольга Михайловна. Да что ты? Спасибо тебе за это. Еще варианты? Понятия нет. Я ведь не поленюсь, камеры промотаю, ну. Врать, братишка, не советую. Мама с недавнего пьянь всякую на дух не переносит. Так. Ну-ка, а что за фамильярность? Это Степан Николаевич. Изволь обращаться к Степану Николаевичу. А то. Степан Николаевич, я Виктор Васильевич. Бери сумки и пошли. Ха. Молодец. Еще бы. Болящий, выходи, погрейся. Солнышко высоко прогреет. Ты че разлегся-то? Ну, так-то пуще развалит. Поднимайся. Поднимайся-ка. Поднимайся. Поднимайся. Так застопа твоя на дорогу к тебе выйдет.